Светлана Моргунова когда-то не сходила с экрана. Легендарный диктор блистала на публике в 80-х-90-х годах, но затем суперзвезда внезапно пропала. Причиной тому стала трагедия, выпавшая на долю несчастной женщины, и тяжелая болезнь. Светлана Моргунова 7 марта 2023 года отмечает 83-летие. Светлана Михайловна сейчас тяжело больна. Она сильно сдала после смерти единственного сына Максима, который скончался от коронавируса в 52 года. В 2020 году женщину разбил инсульт, от которого она не справилась. Моргунова еле говорит, каждое слово дается ей с большим трудом. Она передвигается по квартире с помощью близких. «Для меня это кошмар, есть и будет всегда. Для меня, Максим, это все. Я его обожаю. Обожала, к сожалению. Сейчас я ничего не хочу. Ничего. Он мне не снится. Просто вспоминаю его». «Он был самым шикарным сыном», – рассказала она Андрею Малахову. Диктор также сообщила, что очень скучает по телевидению. «Все прошло и ушло. Я бы ничего не изменила в своей карьере, потому что всегда хотела быть диктором. Программа «Время» не мое было, не хотела вести ее, а вела я концерты, которые мне предлагали», – поведала она в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия-1». Сейчас рядом со Светланой Михайловной находится невестка и внучка. Такое ощущение, что она ушла в себя, не хочет говорить, отвечать никому, общаться. «Для нее не имеет это смысла», – заявила невестка. В свою очередь коллега диктора Владимир Березин признается, что раньше звонил Моргуновой, но теперь перестал. «Мы со Светой теперь, к сожалению, общаемся нечасто, потому что она сейчас находится в непривычном для нас состоянии. Позвонил как-то, она меня не узнала. Спросила, кто это. В другой раз набрал, она ответила, я сейчас не могу, и положила трубку. Света живет в своем мире».